Сонечка, ага. Смотри, как у меня хорошо получилось, а? Здорово! Зубок, а почему у тебя все синее? И море, и корабль, и даже солнышко. А потому что я люблю синий цвет. Он самый лучший. Нет, Зубок, самый лучший желтый цвет. Потому что доброе солнышко желтого цвета. Поэтому у тебя все желтое. И небо, и солнце, и туча. Да, желтый цвет лучше синего. Нет, синий цвет воды, он самый главный. На Земле ведь больше всего воды, вот. Жалко, Коксика нет, он бы нас рассудил. Да, он кому-то в гости побежал. Ой, а может быть и нам отправиться к кому-нибудь в гости, а? Да, и кому же? А ко мне не хотите, касатики? Бабушка Федора всегда вас ждет. Полный вперед, Шунечка! Вперед, в Загадкино! Раз, два, три, четыре, пять. Мы в Загадкино опять. Здравствуйте, бабушка Федора. Это мы, ваши касатики. Ой, вижу, вижу. Здравствуйте, касатики. И как что вы так быстро собрались-то? Хвалю, хвалю. Старались. Да. Скажите, бабушка Федора, какой цвет лучше? Синий или желтый? Вот, посмотрите на наши рисунки. Вот только внимательно. Так, смотрю, смотрю и очень внимательно. Оба рисунка хорошие. И синий, и желтый. Ну, кстати, есть такая пословица. На вкус и цвет товарища нет. Значит, кому что нравится. Так, бабушка Федора? Так, Шунечка, умница. Бабушка Федора, да. А вам какой цвет больше всех нравится? Мне зеленый. Я даже вчера нарисовала зеленый рисунок. Хоть бы одним глазком на него посмотреть. Покажите, а? А что ж не показать-то? Покажу. Только мой зеленый рисунок непростой. А какой? А, я знаю, с загадками. Непонятно, что здесь нарисовано. Да, все как в тумане. А я вас предупреждала. Я предупреждала, рисунок непростой. Вот разгадайте загадочки. Туман-то и рассеется. Попробуем. А мы попробуем. Ну, хорошо. Итак, слушайте мою зеленую сказку. Распахнулись в доме двери обе половинки и посыпались из дома бусинки-дробинки. Бусинки? Так это же зеленый горошек! Горошинки живут в тесном зеленом стручке. Правильно, Шунечка. А когда горох созреет, домик-стручок растрескается на две половинки. Вот вам и двери. Молодцы, молодцы. Отгадали. Ой, какой красивый домик из зеленого горошка. А кто в нем живет? Кто? А вы отгадайте. Родилась в воде, а живет на земле. Ох. Думайте. Ох, и трудная загадка. Сразу просим подсказку. Да. Ну, пожалуйста. Ни зверь, ни птица всех боится. Ни зверь. Не птица. Да, да еще вся зеленая. Кто же это? Ой, вижу, без третьей подсказочки вам загадочку не одолеть. Зелена я, как трава, распеваю ква-ква-ква. Это лягушка. Наконец-то, наконец-то. Бабушка Федора, а лягушка одна живет в теремке, а? Нет, не одна. У моей зеленой лягушечки есть друг, зеленый музыкант. А кто же он? Отгадывайте. Прыгает пружинка, зелененькая спинка. Помните, кто это? Конечно, помним. Бабушка Федора, это же зеленый кузнечик. Да, он чемпион по прыжкам. И знаменитый музыкант. Верно, кузнечик отлично играет. А вот на чем, угадывайте? Понятно, на чем играет кузнечик. На скрипке, конечно. Нет, а этот сказочный кузнечик не скрипач. А вот на чем он играет, давайте угадывайте. Пуговки есть, а не рубашка. Что это? Ой. Не знаем. Да, не знаем. Ну, хорошо, слушайте дальше. Любимая, нарядная, веселая, двухрядная. А как только запоет, вся деревня в пляс идет. Ух!
Так это же гармошка! Молодцы, верно, отгадали. Бабушка Федора, здорово, что вы свой рисунок показали частями. Так интереснее. Ну, конечно, а я рада, что вам понравилось. Ой, стоит в поле из горох теремок, из трубы идет гороховый дымок. В теремке живет зеленая лягушка. У лягушки бант зеленый на макушке. Ей кузнечик на гороховом порожке вальс играет на зелененькой гармошке. Спасибо, бабушка Федора, за зеленый рисунок. Да, и зеленые стихи. А вам спасибо, касатики, за отгадки. Ну что ж, а теперь пора прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. До встречи в деревне Загадкино. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесах.